Пастор Джон МакАртур, он исполнял 2 Тимофея 2:2, он верно проповедовал Божье Слово, и он передал эстафету многим из нас. И мы очень благодарны его примеру за его верность. В тот день, когда верность очень редкое явление, мы благодарны за то, что он делает. И мы, конечно, благодарны за Слово Божие, которое он объясняет нам. Я знаю, когда наша церковь празднует это 50-летие, мы давайте поприветствуем Джона МакАртура. Я ощущаю, что я проповедую на своих похоронах. Я смотрю, где здесь гроб. Спасибо, мои друзья, за добрые слова. Я знаю, что кто-то вас попросил их сказать. Я хочу только вам сказать, что я люблю вас всех. Вы дорогие для меня. Спасибо большое. Верный. Верно. Очень важная тема, не так ли? Нет нужды повторять, насколько она важна сегодня. Чтобы сегодня мы видим так много трагедий о неверности, которые снова и снова проявляются каждый день. Я никогда не видел на протяжении своей жизни так много поражений в жизни пасторов, как я видел за последние 2-3 года. Верность очень редкая. Верность до конца. Я видел это в моем Я видел это в моем дедушке, который на своем смертном одре, умирая от рака, будучи достаточно молодым, мне было тогда 9 лет. Он хотел проповедовать еще одну проповедь, он приготовил ее, и ему не было силы, чтобы ее проповедовать, и он ушел на небеса до того. Это была проповедь о небесах. Поэтому на похоронах мой отец распечатал эту проповедь и раздал всем. Поэтому мой дедушка проповедовал с небес этим людям. Он до конца был верен тому, чтобы проповедовать Божье Слово. Я это видел в моем отце, который умер в 91 год, и он верно проповедовал Божье Слово. Я видел наследие верности. Я молюсь постоянно, чтобы это поколение нашло верных людей, братьев, в которых нужно инвестировать. Я знаю, что вы здесь, потому что вы желаете этого. И это очень большое вдохновение для моего сердца. Я хочу вместе с вами посмотреть на 1 Коринфянам 4 глава. Для меня это главный текст, когда мы говорим о верности служителей. Это, конечно, будет сейчас больше исследование этого текста, чем классическая проповедь. Я хочу просто говорить с вами сегодня на основании этого замечательного текста. 1 Коринфянам 4 глава. Давайте прочитаем. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. А домостроители же требуются, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога.
Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один над другим. Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и людей. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы не немощные, вы крепкие, вы славе, а мы без чести. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся. И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к посажению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Вы хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествовании. Поэтому я умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для этого я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного верного в Господе Сына, и он напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде, во всякой церкви. Это очень личный текст. Как вы видите, апостол Павел раскрывает свое сердце, свои чувства здесь. И нам нужно воспринимать его именно так. Это глубоко проникает внутрь нас, потому что особенно для меня, я хочу отметить в этом тексте то, чтобы помочь увидеть нам, что верные, что домостроители должны быть верными во втором стихе. Это слово происходит от слова «убеждать». Это слово «верность» или способность человека быть надежным. Этот термин использовали тогда, когда применяли, описывали людей, которые уверовали в Иисуса Христа. Но это слово также часто использовалось для того, чтобы определить чью-то верность. Его часто использовали именно так. И я покажу вам несколько иллюстраций. Писание говорит, Бог верный. Сказано, используется это же слово «пистос» 1 Коринфянам 1:9, «Бог верен, который призвал вас в общение со своим Сыном». 1 Фессалоникийцам 5:24, «Верен тот, призвавший вас, и он совершит». 2 Фессалоникийцам 3:3, «Господь верен, и он укрепит и защитит вас от зла». 1 Петра 4:19, «Доверьте ваши души верному Творцу, делая то, что правильно». И дальше это слово используется по отношению ко Христу. 2 Тимофея 2:13, «Господь Иисус верный, потому что он себя отречься не может». Евреям 2:17, «Он милостивый и верный первосвященник». Еврея 3:3, «Он был верен тому, кто его поставил». Евреев 10:23, «Тот, верен обещавший». 1 Иоанна 1:9, «Если мы исповедуем грехи наши, он верен и истинен простить нам». Откровение 3:4, «Он представляется как аминь, верный и истинный свидетель». И в этой яркой картине Откровения, 19 глава Откровения, 11 стих, «Я видел открытое небо и белый всадник на белом коне, чье имя верный и истинный». Слово Божие верно, Титов 1:9, «Крепко держаться верного слова». Откровение 21:5, 22:6, «Эти слова верны и истинны».
Служители Нового Завета были верными. 1 Коринфянам 4:17 сказано о Тимофее, что он был верный. Ефесянам 6:21, Колоссянам 4:7 сказано о Тихике, что он был верный. Колоссянам 1:7, Эпафраз представлен так. Колоссянам 4:9 сказано об Онисимусе, что он был верный. 1 Петра 5:12, Силваниус был верный. Откровение 2:13, верный Антипа, служитель, который был умершлен. Павел назван верным. 1 Тимофея 1:12, Бог признал его верным. И как вы слышали, Майкл говорил, Павел сказал Тимофею, то, что я дал тебе, передай верным людям, которые будут способны и других научить. Мы призываемся, Бог призывает нас к той же самой верности. Господь очень много говорил об этом в своих притчах. Он часто в своих притчах говорил о верных служителях, верных слугах. Он говорил о тех, кто были верные, когда они слышали от своего хозяина: «Хорошо, добрый и верный раб». Он сказал о тех верных, которым дано малое, но они верны были в малом, и им дана власть над намного большим. И церкви в Смирне, Откровение 2:10, слово говорит, что мы должны быть верны до смерти. И я дам тебе венец жизни. Верный до смерти. Все это только вступление к нашему тексту. И тогда как это слово ключевое в этом вступлении, верность в этом тексте, она очень тесно связана со смирением. Верность связана со смирением. Смирение — это ценность, которая производит верность. 30-й Псалом, 33 стих, сказано: «Господь хранит верных и воздает гордым». Бог поставит контраст между гордостью и верностью, потому что верность, она связана с состоянием смирения. Спирджин когда-то сказал: «Я считаю, что у каждого человека есть выбор между тем, чтобы быть смиренным или же быть усмиренным». Смирение, оно создает вакуум, который заполнен благодатью божественной. Смирение является главным качеством каждого верного служителя Господа. Я хочу очень немножко коснуться этого. Мы живем сегодня в системе мира, в которой нет нужды в смирении. Это культура, в которой бравада, она превратилась в безумие. В политике, в бизнесе, в искусстве, в спорте и в других формах выражения жизни общества. Все это, особенно это ярко видно в социальных сетях, когда каждый человек продвигает себя. Известность, самозначимость, она движется, движет всю культуру современную вперед. Я могу сказать, что это движется к безумию и безнадежности. Смирение не имеет места в системе мира этого, и, к сожалению, это все проникает в церковь все больше и больше, когда люди ищут этого статуса известных людей. И существует христианская публика, которая, в кавычках, которая приветствует это. Но истинный муж Божий, он будет бороться за смирение. Настоящий человек Божий, он будет искать невидимых путей жертвенности, невидимых путей одобрения Господнего, вместо того, чтобы искать восхищение толпы. Величие Иоанна Крестителя было не в том, что он сказал, назвал зло злом в свое время. Его величие было в том, что он провозглашал Божие Слово, которое проникло до глубины
тогдашних религиозных лидеров, но самое великое его качество было в том, что он сказал, ему должно расти, а мне умоляться. Очень мощный эффект служения Павла был не в его теологическом уме и не в его огромном разуме, не в его огромной убежденности в истине, но его отношение сердца, когда он сказал, «Я последний из апостолов, и я вообще не достоин называться апостолом». Я самый первый из грешников. Я наименьший из всех святых. Господь много трудился для того, чтобы держать апостола Павла в этом отношении сердца. Помните, написано, что он дал ему жало в плоти. Павел просил о том, чтобы это жало было удалено, но Бог не удалял его, потому что его сила проявлялась в немощи. Потому что у него было так много откровений для того, чтобы смирить его, Бог принес это жало, которое пронзило его. Это устрашающие атаки, проникающие, которые не только в его физическом теле были, но со стороны разных ложных учителей, которые пытались разорвать его работу в Коринфской церкви. Это очень странно думать о том, что Бог позволяет демонам нападать на церковь. Вопрос смирения был в сердце апостола Павла. В его боговдохновенных словах, которые были записаны вот в этом теле. Давайте посмотрим немножечко еще раз. В Коринфе была проблема, когда они возвышали разных людей. Я Павлов, я Аполлосов, я Петров, я Кифин, я Христов. Это игра, в которую они играли, как мы видим, это в первых нескольких главах. Первая глава, вторая глава, третья глава, и мы видим в начале третьей главы и до конца, до 23 стиха, они играли в эту игру известности, когда служители в их сознании расставлялись по уровню иерархии, кто насколько выше и известнее, и значительнее. Бог дает Павлу здесь мощное слово в этой главе, и он подчеркивает сущность смирения. И это представлено прежде всего его примером. Это личное свидетельство, которое открывает, что он боролся за смирение самого себя, для себя и для тех, на кого он оказывал влияние. Если вы разложите этот текст, вы увидите здесь пять элементов, которые раскрывают смирение Павла. Это смирение, за которое он боролся, которое он искал. Первое, он был удовлетворен в том, что он был смиренным слугой. Посмотрите первые два стиха. Итак, каждый должен понимать нас таким образом. Он говорит, вместо того, чтобы поднимать нас на какое-то высокое место, вместо того, чтобы праздновать чье-то величие, он говорит, когда вы думаете о нас, не думайте обо мне, что я выше других, но пусть смотрят на меня, как на служителя Христова и домостроителя Божьей тайны. В данном случае, и он говорит, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Очень важно подчеркнуть это слово. Здесь несколько разных слов греческих. Но когда используется слово «служители», это слово «хупереитес» означает, что он находится в самом низу на корабле, где сидели, на галерах, где сидели рабы, и на самом низу сидели безымянные слуги, которые были прикованы, и они гребли, это были гребцы, которые все, что они делали, они гребли. Это самый низкий уровень, который можно себе представить. Апостол Павел говорит, посмотрите, когда вы думаете обо мне, не думайте обо мне, как я выше, чем кто-то другой, подумайте обо мне, как человек, который находится в самом низу на галерах. Это очень странная оценка самого себя апостолом. Он научился этому от Господа,
Послушайте начало Евангелия от Луки, как многие начали составлять повествование о том, что происходило, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова. Служителями — это то же самое, слуги на галерах. Лука пишет об апостолах. Использует это же самое слово. Он говорит об апостолах, используя слово, которым характеризовали рабов на горелах. 18 глава Иоанна, 36 стих, апостол говорит, «Мое царство не от мира сего. Если бы царство мое было от мира сего, то мои бы слуги», он использует опять это же слово, «они боролись бы за меня». В конце Деяния апостолов, 26 главе 6 и 16 стих, Господь говорит Павлу, «Встань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем этой слугой, рабом на галерах, и свидетелем того, что ты видел, что я открою тебе». Если вы глубже копнете в лексическое значение этого слова, вы обнаружите, что эти рабы, эти конкретные рабы, у них были специальные отличия, что они делали волю своего господина без какого-либо интереса в своей собственной значимости или собственного благородства, ценности. Они делают волю своего господина без какой-либо ссылки на свою собственную значимость. Давайте посмотрим 1 Коринфянам 3 глава 5 стих. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но Бог возрастил, поэтому и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. 4 глава Марка, фермер садит семя, и он ложится спать, он не знает, что происходит, но семя растет. Мы посмотрим чуть позже на 9 главу 1 Коринфянам. Я хочу показать вам немножко сейчас кратко 16 стих. «Если я благовествую, нечем мне хвалиться, потому что это моя необходимость, обязанность, и горе мне, если я не проповедую. Я делаю это добровольно, тогда буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». Это перспектива смирения. Павел удовлетворен тем, что он униженный, низкого уровня слуга, тот, кто служит, без какого-либо личного интереса или амбиции, без ожидания личных наград. Это служение, оно не светится в славе. В 6 главе 2 Коринфянам Павел описывает это таким образом. «Мы слуги», и дальше описывает «под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчести, при порицаниях и похвалах нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, нас узнают, нас почитают умершими, но вот мы живы, нас наказывают, но мы не умираем, нас огорчают, но мы радуемся, мы нищи, но многих обогащаем». Речь не идет о нас. Итак, первое, мы являемся слугами на галерах, рабами. Второе, он называет нас домоуправителями Божьей славы. И домоуправители — это управляющий домом, который распределял все блага, еду, всякие разные дела, управлял в доме, когда хозяина не было. И это здесь говорится о том, кому доверялось все. Тот, кому поручалась забота о своих людях. Мы
кормим людей Божьих, и мы являемся этими распорядителями Божьими, Божьих благ. Об этом говорится в других местах. Мы берем то, что Бог дал своим людям, и распространяем их. Мы служим смиренно. Как много притч нашего Господа говорят о том, чтобы домоправители делали правильно. И что мы раздаем людям? Таинства Божии или тайны Божии. Это истины Нового Завета, которых так много в Новом Завете. Вы можете сами изучить все это. Очень много есть вещей, которые представлены были в Ветхом Завете, но раскрыто полностью в Новом Завете, и мы являемся проповедниками Нового Завета. Павел удовлетворен был своим положением слуги на самом низком уровне. Он не беспокоился о себе, и все, что он делал, это волю своего господина исполнял. И у него была задача перед ним, чтобы распределять, провозглашать истину Божьих тайн, которая была скрыта в прошлых веках, но открыта во Христе в Новом Завете. И он был озабочен тем, чтобы представлять это народу Божьему. И все, что Господь спрашивал с него, это чтобы он был верным. Верный раб, находящийся на галерах. Верный домоуправитель, представляющий святые Божьи тайны. Это то, что означает, есть слово, которое сказано к Тимофею в 6 главе. Я сейчас упомяну это только. 1 Тимофея 6:20. «О, Тимофей, храни преданное тебе то, что было доверено ему». Что ему было доверено? Истина, Божье Слово. Это драгоценность, о которой Павел говорит здесь. Драгоценность. Храни эту драгоценность. Ты имеешь ответственность в том, чтобы ты ее распределял, раздавал, но ты не можешь это сделать, если ты не будешь хранить ее. Сказано, храни слова, которые ты получил от меня, ценность, которая была доверена тебе. И он говорил о всех тех осийских во 2 Тимофея 1 глава, которые оставили меня. Он говорит о том, что верность — это готовность быть самым низким слугой для того, чтобы верно представлять Божие Слово. Итак, верность Павла, она была связана с его смирением, и его смирение было определено тем, что он был удовлетворен в своем положении низкого слуги, низкого уровня. Второе в своем тексте. Он был удовлетворен в том, что Бог был его судьей. Посмотри, третий стих. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди, и я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Очень легко нам быть увлеченными. Увлеченными славой, признательностью. Мы делаем то, что никто больше не делает. Это поражает. Когда у вас есть ответственность кормить людей и представляя им тайны Божьи, когда вы являетесь этим домоуправителем всего того, что Новый Завет представляет, это полнота исполнения Ветхого Завета, и вы раздаете это людям, что происходит? Вы становитесь объектом этого замечательного утверждения, как прекрасны стопы благовестника. Это действительно поражает для меня, вот здесь, в этой церкви, пытаться пройти через толпу людей, когда я выхожу из церкви. Не потому что они знают меня, не потому что что-то особенное во мне самом, что они ценят,
Я кормил их Словом Божиим на протяжении длительного времени, и это сотворило очень глубокую связь между нами. Такого нет ни в какой другой профессии. И когда вы делаете это на протяжении 50 лет, когда вы видите четвертое поколение тех же самых семей, и вот эта глубина внутренней связи непостижима. Мне трудно понять, что они думают обо мне. Потому что у меня нет достаточно любви к ним, чтобы сравнить с той любовью, какой они любят меня. Это поражает. Но Павел говорит, даже в том положении, это не так важно. Это не так важно, как вы проверяете меня. Это не так важно. Он применяет здесь интересное слово. Оно должно быть переведено, что это самое наименее значимое. Это совершенно не значит ничего. Это слово используется в Ефесянам 3:8, где сказано о самом маленьком из всех младших. То есть это абсолютно ничего не значит. Что кто-то думает обо мне. Кто-то судит меня, не имеет никакого значения. И это превосходная степень этого слова. Вы не можете быть менее значимым, менее важным. Это все абсолютно ничего не значит. Павла обвиняли, что он угождал людям, послание Галатам, и он потом выдал им из обоих стволов. Он говорит, если вы проповедуете Евангелие иное, то вы проклят. И он говорит, неужели это звучит как человекоугодник? Он говорит, мне очень мало значит, что обо мне думают люди и как они судят меня. Речь не идет о последнем суде, а речь идет о кросс-экзаменации. Это слово использовали в криминологии во время суда. То, что церковь сделала для меня даже сегодня, за последние несколько недель, это, конечно же, поражает. И для меня это очень трудно, чтобы я функционировал так, потому что я настолько поражен всем вниманием, которое мне оказано. И я чувствую эту благодарность. Но когда все это заканчивается, насколько они сердечны бы не были бы, я понимаю всем своим сердцем, что это самый незначительный вердикт моего служения. Это не финальное слово. Я рад, что люди благодарят меня за то, что я верный. Но человеческий суд, человеческое мнение очень-очень мало значит. Он говорит, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. То есть речь идет о любых человеческих организациях. Это не имеет никакого значения. Павла очень возвышали одни люди и слишком сильно критиковали другие люди. Как мы читали во 2 Коринфянам 6 главе, были люди, которые ненавидели его, те, которые любили его. Но в конце концов он говорит, все это не имеет значения. Дальше он говорит следующее. Я даже себя самого не сужу. Я даже себя самого не могу судить. Я ничего не знаю против себя, но этого недостаточно. Я очень предвзят по отношению к себе, поэтому я не могу сделать объективной оценки самого себя. Притча 21:2 сказано, «Путь человека прямо в глазах его, но Господь взвешивает сердца».
моя собственная совесть, она не является достаточной защитой. Павел говорит, моя совесть чиста много раз. Он говорит, это защита, но несовершенная защита, потому что я предвзят по отношению к самому себе. Я не доверяю своему собственному суждению, потому что мое сердце обманчиво. Таким образом, что люди говорят обо мне, не так важно. И даже не так важно, что я думаю о себе. Я, может быть, меня недооценили или переоценили. Возможно, и то, и другое сразу. Но это не является финальным вердиктом. Финальный вердикт придет с неба. Тот, кто судит мне, конец 4 стиха, это Господь. Тот, кто проверяет меня, это Господь. Он знает, так? Он знает. Он знает мое истинное сердце. Таким образом, 5 стих. Поэтому не судите никак. Перестаньте сравнивать, перестаньте выносить вердикты, кто должен быть превознесен выше кого. Не судите, перестаньте судить до того, пока Господь не придет, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Обнаружит. Это слово, которое подчеркивает, обнаружит внутренние мотивы сердца. И тогда каждому будет подхвала от Бога. Когда он придет, он сделает правильное суждение. Это единственное суждение, которое будет абсолютно истинное и точное. 2 Коринфянам 5:2 сказано, что всем нам должно явиться пред судилищем Христовым, в которых Он даст нам то, что в соответствии тому, что мы делали, живя в теле. Это 2 Коринфянам 5:10. И финальный вердикт по отношению к нам это не будет репутация. Это будет оценка внутреннего состояния. Это цель, мотивы, внутреннее состояние сердца. И тогда каждый человек получит свою похвалу от Бога. Я думаю, что он говорит здесь о том суде, который в 3 главе сказано о том, что сено, солома, все это будет отвержено. И будет сожжено. Это касается наших внутренних мыслей, чувств, желаний, отношений сердца. Павел удовлетворен. Удовлетворен тем, что Бог является его судьей, который оценит его служение. Ему не играло никакой роли, что о нем говорили люди. Третье, он был удовлетворен тем, что он был равен с другими слугами. Посмотри 6 стих. Это приложил я к себе и Аполлосу ради вас. Он использует себя и Аполлоса как иллюстрацию. И он говорит, чтобы от нас вы научились не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один над другим. Очень-очень интересный стих. Роберт Моррис, он сказал, миссионер в Китае, он сказал, большая проблема в нашей миссии в том, что никто не хочет быть вторым. Об Аврааме сказано в Бытие 18:27. Авраам сказал, «Я теперь говорил с Господом, но я прах и пепел». Иаков говорил, «Я недостоин всего того, что я получил от Господа». Моисей говорит, Исход 3:11, «Кто я, чтобы я пошел к фараону и вывел народ из Египта?» И даже Господь сказал, «Я
кроток и смирен сердцем, Матфея 11, 29. Вот в шестой стих это, братья, то есть дискуссия, которая была вокруг о нем, об Аполлосе, о Кифе, все эти сравнения, он говорит, это, братья, я приложил к себе и к Аполлосу ради вас. Он сказал, я никто, и Аполлос никто. Я говорил это вам, используя самого себя и Аполлоса как иллюстрацию, чтобы вы, глядя на нас, научились не мудрствовать сверхнаписанного. Что это значит, не мудрствовать сверхнаписанного? Он имеет в виду то, что написано в Писании о гордости и о смирении, чтобы показать вам важность того, чтобы быть верным Писанию. Иаков говорит, цитируя 37-й Псалом, 137-й Псалом, он говорит, Бог противится гордым и дает смиренным благодать. Петр говорит то же самое, 1 Петра 5:5. Это то, что Писание говорит, и не только в этих двух ветхозаветных текстах, и также в Новом Завете. Павел говорит, посмотрите, Писание везде превозносит смирение и унижает гордыню. Я говорю об этом и использую себя и Аполлоса как пример для того, чтобы вы научились не быть гордыми, когда Писание запрещает это. И он таким образом заканчивает этот стих, чтобы никто не превозносился друг над другом. Это очень разрушительно быть соперником с кем-то в служении. Я думаю, что замечательная иллюстрация этого находится в Филиппийцам 1:15. 15 стих, он говорит, «Некоторые, правда, по зависти и любопрению проповедуют, а другие с добрым расположением». Люди использовали ситуацию, когда Павла посадили в тюрьму, и они говорили, Павел в тюрьме, потому что у него грех какой-то есть. Бог его поставил туда как наказание, и Господь закончил с ним, и теперь наш день начался. И поэтому эти люди поднимали себя, как будто они были истинные верные проповедники. Таким образом, они буквально проповедовали Христа из зависти. Они были мотивированы завистью и любопрением. Он говорит, ну, есть некоторые, которые делают это из любви. И дальше он говорит, первые провозглашают Христа из личных амбиций, вместо того, чтобы делать это из чистых мотивов. И они хотят причинить мне вред, увеличить тяжесть уст моих. Они хотят причинить вред Павлу, который находится в тюрьме. Они допускают, они распространяют мнение о том, что Бог наказывает Павла. Вы думаете, что Павел атаковал бы таких людей? Посмотрите 18 стих. Ну что до того? «Как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я этому радуюсь и буду радоваться». Это широкое сердце. Люди пытаются причинить ему максимальный вред. Он проповедует Христа, не защищая себя и не критикуя их. Он просто радуется тому, что Христос проповедуется. Седьмой стих. Почему нет? «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, что ты не получил? И если ты получил, то почему ты хвалишься, как будто ты не получил? Ты ничто. Ты меньше, чем ничто. Ты просто слуга на галерах, раб на галерах. Ты призван к тому, чтобы распределять тайны Божии, тайны Нового Завета. Здесь нет места для самовозвышения». И он, и в восьмом стихе он говорит саркастически, с сарказмом,
осуждая гордыню. Вы уже присытились. Вы обогатились. Вы стали царствовать без нас. У вас есть полная удовлетворенность. У вас все богатства. Вы уже на троне. Вы уже достигли всего духовного. Вы на троне. И вы сделали это без нас. Чтобы получить всю похвалу, вы достигли возвышенного места сами по себе. И в действительности я хотел бы, чтобы вы заняли такое, достигли такого положения царственного, чтобы вы царствовали. И он возвращает их к реальности. Павел удовлетворен в том, чтобы быть равным с другими слугами. Он не искал превознесения. Он понимал, что гордое сердце, Бог ненавидит гордое сердце. Как вы реагируете, когда кого-то выбрали членом, пастором большой церкви, а не вас? Это проверка вашей гордости. Как вы реагируете, когда другого хвалят? Not having any desire to belittle them or their work. Что вы делаете в этих ситуациях? Проявляется ли ваше смирение? Это трудно. Наша плоть всегда требует своего в подобных ситуациях. Четвертое. Павел был удовлетворен в том, чтобы он был слугой Христа, чтобы Бог был его судьей. Он был удовлетворен также и в том, что он находился в страданиях. Он принимал это от Господа. 9 стих. Если вы пытаетесь возвысить самого себя, почитайте это, пожалуйста. Я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира. Очень мощный текст. Бог поставил нас позорищем для мира. Мы в действительности как на выставке, как люди, приговоренные к смерти. Это люди, которые находятся в ожидании исполнения смертного приговора. Это очень странное, необычное слово. Он говорит, мы как осужденные преступники, над которыми насмехаются. Это слово «позорище», оно используется как люди, которые представлены публично для того, чтобы опозорить. Когда римские императоры приводили своих пленников, они вели их на арену для того, чтобы их там гладиаторы и животные дикие терзали. Мы самые последние, мы униженные, мы позорище. Нас унижают, над нами насмехаются. Иисус сказал это в 15 главе Иоанна. День придет, когда вас арестуют, когда вас будут убивать. В 10 стихе он говорит, мы безумны ради Христа, опять с сарказмом, но вы мудры во Христе, мы немощные, вы крепки, вы в славе, мы в бесславии. Мы безумны, мароны в греческом. Мы бесславие. Наша жизнь полна трудностей, жажды, наготы. Мы скитаемся, у нас нет дома, где жить. Вы можете прочитать об этом очень подробно во 2 Коринфянам 11 глава. Греки смотрят очень свысока на нас, на людей, которые не имеют своего места, где жить. 12 стих сказано, мы трудимся, работая своими руками. Мы абсолютно никто. Быть удовлетворенным в этом положении, отверженности, опозоренными, униженными, быть самым-самым обычным простым человеком, который работает своими руками. Нету чести. Последнее слово.
он был удовлетворен в том, что он должен был пожертвовать своей репутацией. Он постоянно сталкивался с клеветой. 12 стих говорит, когда нас преследуют, мы терпим. Когда нас хулят, мы молим. Мы ссор для мира, как прах, попираемый до ныне всеми. Мы прах, ссор. Это нужно понять. Речь идет о вот этой грязи, которая собирается на сковородке после того, когда жарили долго на ней. Это вот этот остаток в контейнере, где держали вино, в самом низу, и оно налипло там. Мы вот этот осадок там, вот самые низкие из низких. Для погибающих наше послание — глупость, безумие. Мы не ищем популярности в мире. Вы поставили себя в служении, когда вы будете постоянной позицией для мира. Мы не ищем того, чтобы быть популярными у нехристианского мира или даже популярными в христианском мире, в кавычках. Мы не ищем того, чтобы возвышаться в своих собственных глазах. Мы будем всегда низкими. Мы будем униженными. И это нормально. Если мы недостаточно смиренны, Господь даст нам жало в плоти, Он будет смирять нас больше. Петр говорит, суммируя 1 Петра 5:5, «Оденьтесь в одежду смирения, облекитесь в смирение». Смиритесь под крепкую руку Божию, и Он что? И Он вознесет вас. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, представленное в это утро. Я прошу Тебя, чтобы Ты запечатлел все то, что с небес сходит в наши сердца, чтобы все остальное было забыто. Спасибо за этих братьев, которые собрались здесь для того, чтобы слушать Слово от Тебя. Спасибо за управителей, которых Ты собрал сюда, этих слуг, которые служат Тебе, питая нас Твоим Словом. Дай нам хорошую неделю, чтобы она превзошла все наши ожидания. Сделай больше, чем мы можем попросить Тебя. Наполни наши сердца радостью и сделай приятным наше общение. Пусть Твое Слово живет в наших сердцах, чтобы оно двигало нас на тот уровень радости и поклонения и верности в служении, который мы еще не видели никогда. Для Твоей вечной славы мы просим. Аминь.